Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый. Я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос был по печи казачка. Как быстро у печи казачка восстанавливается пара генераторов после того, как на нее поддали? Людей засмущали те видео, которые, как говорится, были сняты не очень удачно некоторыми специалистами, которые в принципе не поняли задачу парогенератора и просто-напросто в парогенератор завели шланг и шлангом лили туда воду сколько угодно. Конечно, шлангом парогенератор остудится, потому что такие условия вы у себя в парной создавать не будете. Плюс тому, у нас специально в парогенератор вода идет дозирована через жиклеры, которые находятся в приемнике для воды. Приемник для воды — это такая воронка, куда заливается вода, вот поддача делается. И она дозированно дается в парогенератор. По-другому вы в парогенератор залить в принципе и не можете. Потому что именно задача стояла, чтобы вы получали качественный пар. Качественный пар можно получать, если вы равномерно подаете воду. Плюс тому, что у нас стенки, топки на наших изделий 2-2,5 мм, и они позволяют очень быстро восстанавливаться, прогреваться от тепла огня, который горит в топке. Топка постоянно раскалена. Почему мы говорим, через 15-20 минут, как хорошо раскалится топка, можете реально париться с печью казачкой. Вы получите великолепные режимы, парогенератор восстанавливается практически мгновенно. Это если только задаться задачей, как вот сделали в видео, как говорится, специалисты, которые пытались проанализировать работу нашего парогенератора. Вот если задаться задачей и пускать туда постоянно воду, но это, как говорится, у них получилось, потому что это они делали на открытой площадке. В помещении вы просто не сможете находиться. Столько пара выдаст вам парогенератор, что вы просто оттуда, как говорится, выскочите. Поэтому парьтесь по-нормальному, сколько вам нужно, сколько под тот объем, который запланирована печь, она реально прогреет, пропарит и никаких не будет проблем. Поэтому парогенератор всегда у казачки готов к работе. Восстанавливаться ему практически не нужно, если вы паритесь в нормальном режиме, если вы не делаете эксперименты по возможности залить печь. Если вы, конечно, в единицу времени вылите ведро, то, возможно, вы печь и зальете. Хотя, скорее всего, вода просто бежит по самой печи и даже к парогенератору не достигнет. Ну, мы такой эксперимент не делали, что будет, если вылить ведро воды. Ну, возможно, сделаем для того, чтобы, успокоить тех людей, которые боятся, что они зальют парогенератор у печи казачки. Не бойтесь, парьтесь с печью казачкой. Она вам выдаст пара столько, сколько вам нужно. Всего вам доброго.